Мы стараемся с детьми все время участвовать в разных конкурсах по Украине, в других странах. Это громадный стимул для детей и родителей, потому что сейчас в наше время очень много возможностей. И, в принципе, для того, чтобы детей действительно заставить что-то делать, работать, потому что это, прежде всего, большой труд. Это нужен был для них какой-то стимул. Эти конкурсы как раз это и являются этим стимулом. Мы получили приглашение с Риги на конкурс, международный конкурс «Дебют премиум 2018». И как бы все ученики, все родители очень загорелись идеей побывать в Риге, потому что в Прибалтике мы еще не были. И у нас еще помимо Прибалтики был как бы в подарок детям туристические такое путешествие в Стокгольм на пароходе. Вот. И, естественно, очень много откликнуло желаний, и все дети очень захотели туда поехать. Вот. И когда мы приезжаем на конкурсы, прежде всего, это, конечно, очень интересно посмотреть культуру других стран, потому что на данном конкурсе съехались участники с Германии, с Израиля, с Эстонии, с Латвии, с Литвы, с России, с Украины. И очень было приятно, когда у нас девочка вышла на сцену и запела «Украина, це ми», и зал очень ее тепло поддержал. То есть мы увидели, что действительно эта дружба народов, она существует в культуре, и в песне, и в музыке, и в танцах. Это очень приятно, для детей это очень большой стимул. Финансы все берут на себя родители. Я еще раз хочу большое спасибо сказать нашим родителям, потому что они действительно очень много вкладываются в детях, в наших детей. А дети — это наше будущее. И если дети растут в атмосфере культуры и искусства, то как бы мы можем спокойно быть за этих детей и за наше будущее. Вот. А сложности — это организационные, очень, на которые ложатся, в принципе, ну, как руководители, на мои плечи, потому что я занимаюсь в основном именно организационными моментами. Но неприятно, когда есть хороший результат. То есть все забывается, все сложности забываются, когда мы видим хороший результат. Это был масштабный конкурс, на который приезжало много очень детей. Он мне очень понравился, особенно некоторые дети, которые исполняли произведения. Это было очень хорошо. Они многому учат. Если ты хочешь выиграть, ты очень много занимаешься. Даже когда твои друзья гуляют на улице, ты занимаешься возле своего инструмента. Было очень много участников. Были участники, которые и танцевали, и играли на фортепиано, и пели.
Была очень хорошая атмосфера, все готовились, все заняли призовые места. Мне понравилось, как мы ждали результатов, как мы были на большом корабле. Мне все понравилось. Тут мои друзья были, тут было хорошо, там была большая сцена. Мы выступали, там было отлично. Мне очень понравились участники из разных стран, очень талантливые дети, очень много танцоров, вокалистов, пианистов. Было очень интересно не только играть и петь, было интересно еще смотреть, как и делают это другие. Я участвовала в двух номинациях, как вокалист и как пианист. Я по вокалу исполняла песню «Украина, це ми», а играла я Жанна Клоду «Північний олень» и песню итальянского гондольера Феликса Мендельсона «Фа диез минор». Везде было непросто, потому что дети были профессионалы. Все хорошо играли, и все получили призовые места. Было сложно, потому что мы сразу приехали с автобуса, и надо было сразу переодеться и танцевать. Это получается, как сложновато было. Там очень сложно было получить какое-то место. Там современные номинации больше танцев, а народных там вообще мало было.